это от подписчика вопрос. Он задал такой, услышал о том, что в Саратове центральная елка стоила 2 миллиона рублей. Сколько у нас стоит центральная елка и сколько вообще, если есть такая информация, мы тратим каждый год на закупку и украшения? Не буду, честно сказать, обманывать. Сколько раньше тратилось, как-то не отслеживал. В этом году мы планируем в общей сложности направить на это не менее 3,5 миллионов рублей в целом по городу. Здесь, конечно, мы просим и все организации, которые находятся, так сказать, в зоне центральных улиц, тем, чтобы они за счет собственных средств украсили собственные здания и имели красивый облик. Елка нам обходится скромнее, чем в Саратове, но мы надеемся, что она будет не менее красивой.